привет! С вами народный строитель Андрюха, и это канал «Как построить дом монолитной опилкой бетон». И сегодня у меня отличная новость. У нас стало 10 тысяч и даже немного больше. В связи с этим я горячо и сердечно хочу поблагодарить моих подписчиков за оказанное мне доверие и поддержку. Спасибо вам большое. Далее я хочу сделать небольшое открытие и открыть ярмарку меда. Многие спрашивают меня, откуда я беру деньги на строительство собственного дома. Отвечаю им, что помимо строительства дома из опилка бетона, я еще и держу пасеку с пчелами на территории Алтайского края. И с реализацией меда и пчелопродукции я и беру ресурсы на строительство собственного дома. И поэтому, если вы хотите поддержать мой проект, поблагодарить за ту полезную информацию, которую я делюсь с вами в интернете о строительстве дома из опилка бетона, и получить за это 100% натуральный, высококачественный, вкусный и полезный мед, то существует такая возможность. Ярмарка открывается на страничке группы ВКонтакте. И каждый может сделать заказ готовой продукции хоть на пробу, хоть на всю зиму. Реализуется мой мед вот в таких 3-литровых контейнерах. А также в знак признательности я хочу устроить на своем канале розыгрыш и вручить одному из вас целых 3 подарка. Первый подарок — это будет 3 литра вкусного и полезного 100% натурального меда от меня. Второй мой подарок – это супермагнитный держатель для биты, которым пользуюсь я. И третий мой подарок – это вот такая вот фотография на память, заламинированная и подписанная родным строителем Андрюхой. Участвовать может абсолютно любой человек. Для участия в данном розыгрыше необходимо выполнить небольшие условия. Для этого нужно быть подписанным или подписаться на канал «Как построить дом монолитная опилка бетон». Это основной канал, где я строю свой дом и делюсь полезной информацией со своими подписчиками. Подписаться или быть подписанным на наш семейный канал, который называется «Дом 4». И вступить в группу ВКонтакте, которая называется «Как построить дом монолитная опилка бетон», так же как и канал, в который я также освещаю свою стройку. И в группе ВКонтакте сделать репост этого видео. А также необходимо поставить лайк этому видео, написать в комментариях «участвую» и что-нибудь еще. Выполнив такие несложные, я думаю, условия, вы станете участником данного розыгрыша, который произойдет 10 декабря 2015 года, о чем я сделаю видеоролик и объявлю победителя. И уже на Новый год, я думаю, что вы получите посылку от народного строителя. Тем же, кто желает приобрести мед прямо сейчас, я повторяю, что вы можете это сделать на страничке группы ВКонтакте. Всем искренне желаю успеха в строительстве и отличного настроения. И ешьте мой мед с удовольствием!